Реально. Дёрни что-то, попробуй. Только, о, пишите, зарезал. Да, попробуй. Вот это давай. Вот, даже больно. То есть, ну, видишь, я же работаю. Поверь мне, пошли. Как угодно. О, о, о. Всё. Здесь, видишь, да. Давайте, можно и вот этим зарезать, я тебя проткну. Если он залезет, то есть, тоже, в принципе, оружие. О, пошли. А я здесь, что ли? О, всё. Ох, мне дал, а я постепенно что стал, расслабляться. Пошли. Эй, вот, я не дал. Так тоже можно прижать? Ну, деньги. Ну, давай. Ну, забирай. О, это я. То есть я сразу что сделал? Я согласился. Да, ну, давай. Да, я уже жертва. Ты чувствуешь, я даже помазал. Да, то есть такие фишки. Можно заплакать. А можно заплакать? Описаться можно. Все, что угодно. Пошли, попробуй не повиновенник. Все, я тебя зарезал. Зарезал. Вот я тебя зарезал. Значит, вот ты меня должен так резать. О, все. О, видно я? Я пошел по силе. Ты мне дал, я тебе позволил вот это сделать. Ты мне даешь, а я позволил. Идти по силе? Да, идти по силе. Если вас просто смотрят, то пошли. Все. О! Видишь? Понял, да? То есть я выполняю, я иду, говорю, что? Не сразу я работаю, целый день просто. Застрял еще. Застрял, давай, сейчас. Где боль? Слушай, боль-то реально, давай. О! И я что делал? Вот я иду, все. О, я пошел, да, здесь. То есть вот такой момент. О, я... Ну, типа, денег, да, давай. А не, я сейчас буду, да, ты меня сразу зарежешь. А я давай. Вот, все. Видишь, а видно, я ловлю вот это. О, я тебя... Да? Чувствовать силу. То есть, да, сразу надо как бы расслабиться, поддаться. То есть, человек, неважно, да, и морально, и физически, давай. О, сразу я не буду работать. Конечно, ты мне здесь, это, шансов никаких. Значит, да. О! Почувствовал? Да. О, а я здесь, видно, нет. Я расслабился, мне естественное движение пошли погладил. Значит, нож надо гладить. О, а я вот. Все, пошли. Ой! Как самочувствие? Ну, тем я тут не видел, извините. Да нет. О, а я вот. То есть у меня тело. Я выдохнул, даже можете выдыхать. Нож в плоскость встает. Плоскость, смотрите, лучше даже напрячься сначала, напрячься. Оп. О, видно я так. А я, смотрите, о, уже меньше стало. Понятно, да? А если мы еще выдохнем? Вот я такой стоит, стою, а я... Видно, насколько меньше стало? О! А здесь... Видно, человек нас подставил. А вы на этот нож еще лягте. О, вот я что. Когда ты будешь реально зарезать, ты давай. Если вас поставили, силу дали, а вы еще сильнее. Переешься вас. О! А вы начинаете вот это, опять же, что удары реально надо делать, что резать надо реально. Вот я стою, вот полишь это сразу делать. О! О, хотя бы так. Значит, вас поставили на нож, а вы на нее лягте, и вот эту силу держите и присядьте. Но приседайте, это именно с этой вот. О, видно? Можно так? Я тут не видно. О, я навалился. Вот этот угол держу. Видно, ты удержать не можешь. Вот, какой угол? Угол поднимет. А у вас угол, вам ставят угол, вы его не чувствуете, смотрите. О, и вы видно вот сюда, куда-то мимо идете. А я куда? Видно? О, смотри, даже ты жестко держи. Видишь? О, видно? О. Видишь, не можешь удержать, да? Да. Все видно? Да. Понял, да? Значит, вот это важный момент. Вот угол такой, значит, как должно налегать? То есть ты поставь. Все, так и держи.
Вот, вот видно, ноги у меня как подстроились. А вы ноги деревянные, вы не по. О, видишь, что-то. Понял, да? То есть вот важный момент, да. Если нож на самом деле, то лучше, конечно, на него не работать. Лучше вообще на него не работать. То есть, если вам что-то, какую-то угрозу делают, вас не хотят резать, да? Значит, что-то вас хотят. Значит, надо человеку отдать. Ну, в пределах. Лучше лишиться денег, да? Потому что цена-то жизнь. Но у вас ситуация, когда не хочешь работать, ну, вам уже нечего делать. Тогда надо уметь. Но если не умел работать, уже шансов нет.